Всем привет! С вами снова Александр Гамов-Рублевский. И сегодня у нас эксклюзивный, сенсационный материал. Мы побывали в расположении первой роты президентского полка. Именно ребята из этого полка и из этой роты стоят на страже вечного огня у Кремлевской стены, у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. И мы расскажем вам, как они служат, как у них распорядок дня, о чем они думают в то время, когда льет дождь, хлещет или ураган. Пока это наш анонс, а в ближайшее время вы сможете посмотреть этот репортаж на сайте kp.ru.